Сегодня в Лондоне открывается международная конференция стран-доноров Сирии. Участники встреч рассмотрят вопросы о выделении финансовой помощи на проведение гуманитарных операций как в самой Сирии, так и в соседних странах, прежде всего Ливане и Иордании, куда от войны бежали миллионы сирийцев. Конференция в Лондоне должна помочь собрать средства таким странам, как Ливан, которая затронула волна сирийских беженцев. Дополнительные финансы помогут более достойно ответить на вставшие перед нами вызовы. Например, очень многим беженцам требуется обеспечить образование, дать возможность посещать школы. Британский премьер Дэвид Кэмерон уже объявил, что совместно с Германией и Норвегией договорился об увеличении в 2 раза взноса в ООН на оказание гуманитарной помощи Сирии и соседним странам. «У меня 8 месяцев не было работы, и мне бы хотелось, чтобы Иордания, в которой я сегодня живу, получила поддержку после этой лондонской конференции. Мы надеемся, что конференция поможет найти инвестиции для создания новых рабочих мест для сирийских беженцев, потому что условия, в которых мы находимся здесь, очень трудные, а помощи недостаточно». На улицах Лондона участников конференции и доноров Сирии встречает тем временем художественный перформанс «Сирийские дети за школьной партой». Every Syrian child should have the chance to go to school.